Итак, всем привет, друзья, с вами Андрюха. Очень давно хотел, точнее думал о покупке джеркового удилища. Это никак руки не доходили. Вот сегодня все-таки решил я взять себе джерковое удилище, попробовать половить щучку. Так, ну, прям в этом ролике я ее ловить не буду, я просто сейчас с вами попробую подобрать себе джерковое удилище. Пришел на реку Волхов. Как известно, у нас тут в магазине весь ассортимент всегда в наличии. Вот сейчас глянем, что нам предлагают в магазине чисто по... Так, для начала, наверное, посмотрим на приманки. Вот смотрите. Джеркбейты, да? Так, 27, 48, 70, 24 грамма бывает, смотрите, даже 19, 17, 21, вот 95, значит, Heaven Creek, 95-граммовые, так, что у нас тут, 50, 36-граммовые, 46, 58-граммовые, да, но в основной своей массе от 35, да, я так понимаю. Так, глянем. Джерковые. Так, ну, простые, без, я имею в виду, без, не синие, в общем, другими словами. Даже не знаю, рассматривать или нет. Есть ли смысл брать их? Я, конечно, понимаю, что они подешевле, но все-таки хотелось бы купить палку с бонусами. Так, ну и вот, смотрите, их тут три получается. Heaven Creek Muscle Strike. Так, какие у нас тут есть? Heaven Creek Muscle Strike. Muscle Strike — серия джерковых удилищ премиум класса. Материалом для удилищ этой серии служит среднемодульное углеволокно высокого качества. Планки Muscle Strike отличаются жесткостью и устойчивостью к высоким нагрузкам. На спиннинге этой серии установлены надежные пропускные кольца Axeline TC с производства Румой какой-то. Muscle Strike — джерковое удилище профессионального уровня, совершенный инструмент для ловли крупной щуки. Так, и что же они нам тут предлагают? Тест от 16 до 54, то есть сразу отсекается, да? Плюс один умение ловли джерковым удилищем. Так, вот это уже идет поинтереснее. 35, от 35 до 110 грамм. Длина 1,8. 54 килограмма. Строй быстрый, чувствительность 5, жесткость 9. Да, вот. Это уже что-то поинтереснее. Стоит 7782 монетки серебряных. Так, плюс один ловля джерковым удилищем. Получается. Тоже плюс один. Так, Muscle Strike GSXF68XH. А у него тест 3590. Тоже плюс один к джерку, да? Получается, чувствительность 5 из 10, строй сверхбыстрый, жесткость 9 из 10, экстра тяжелая. Тест 35, 90 грамм, 48 прочность килограмм. Но это очень даже неплохо. Допустимые типы катушек: байткастинговая, низкопрофильная и классическая. Размеры катушек без ограничений. Да, вот это уже, конечно, поинтереснее. Так, ладно, давайте следующую посмотрим. Shogun Advent J. Так, Shogun Advent J — еще один представитель младшей линейки удилищ компании Shogun. Невзирая на принадлежность к удилищам начального уровня, серия Advent J получила полностью соответствует высоким стандартам качества, принятым в компании. Ну, тест 12.42 тоже не рассматриваем. Не все
подпадает под это все дело. Так, 21,70 грамм, тоже вот эти 90-95 граммовые воблеры, джерки не пойдут. Так, и третья, значит, у нас в этой линейке. Что у нас? Чувствительность 6 из 10, строй быстрый, жесткость 10 из 10, мощность экстра тяжелая, 54 килограмма, да? Тест от 35 до 112 грамм. Так, типы катушек также байткастинг низкопрофильная, классическая. И размеры катушки без ограничений. Вот смотрите, опять же идет плюс один к использованию оснастки с джеркбейтом. Интересно. Так, это был Сёгун. Сёгун Ultima J. Ох, они дорогие. Так, Ultima J, флагманская серия джерковых удилищ производства компании Сёгун. Жесткие, имеющие быстрый строй удилища обеспечивают правильную рыбковую проводку и готовы справиться с крупным трофейным хищником. 10-30 грамм, но это совсем не то. Так, 45 грамм тоже ни о чем. Зато прочность 7,7, а чувствительность 8 из 10. Быстрый строй, мощность тяжелая. Так, 25-70 грамм, 75 грамм, это уже поинтереснее. Да, это поинтереснее, 84 килограмма, значит, блин, но все-таки верхний порог под джерком не берет он, да, там на 95. Так, ну и последняя серия из этой линейки, это Ultima JF72 3H, быстрый строй, тест от 40 до 125. Допустимые типы катушек, опять же, низкопрофильная и классическая. Допустимые размеры катушек без ограничений у нас идет. Так, 32 уровень. И вот что самое главное, да, плюс 2 к умению использования оснастки с джеркбейтом. Чувствительность 8 из 10, строй быстрый, жесткость десяточка, мощность экстра тяжелая, тест от 40 до 125. Так, приманки джеркбейта от 40, то есть отсекается. Это тоже джерк отсекается. 19 отсекается, 17, 21, 36 тоже и 27. Да. И что делать? Так, ну зато у Ultima, получается, Сёгун, у нее идет плюс 2 к умению использования оснастки с джеркбейтом. Конечно, очень хорошая палка, блин, дорогая. 20 109 серебряных монет. У меня, конечно, деньги позволяют это все дело взять. Подкупает вот эти плюс 2 к умению, да. Так, кстати, давайте посмотрим, что у меня по навыкам. Так, использование оснастки с джеркбейтом. Вот смотрите-ка, да, у меня не прокачано. Описание. Джеркбейт, приманка, тяжеловес среди спиннинговой ловли. Используется преимущественно для ловли очень большой рыбы. Из-за большого размера и веса джеркбейта для ловли на него необходимо использовать специальное джерковое удилище, оснащенное байткастинговой катушкой. И вот смотрите, тут три уровня, да, получается. Чем выше, да, повышается техника ловли на джеркбейт. Чем выше техника, ну, чем больше прокачка вот этих трех, вот это, ну, вот этой линейки получается, тем выше техника и больше шансов на поимку трофея.
А также, вот смотрите, ловля джерковым удилищем. Описание, значит. Мощное и тяжелое джерковое удилище – это вызов для настоящего профи. Используется для ловли самых больших и злых щук. Так, здесь идет раз, два, три, четыре, семь, значит, у него, у этой линейки раскачки, семь, как это сказать-то? Ну, в общем, вы поняли, да? Семь ступеней линейки, все начинается с дальности, точность заброса плюс 5, контроль рыбы плюс 3, а заканчивается дальностью, точность заброса 35 и контроль рыбы 21. Так, тут 7 получается, тут 3. Короче, 10 очков надо будет вкинуть. Ну, благо они у меня есть. Да, что же делать-то? Наверное, придется все-таки брать, раз уж давно хотел. Так, ну, а если все-таки посмотреть что-нибудь подешевле, но без бонуса. Ну, допустим, Heaven Creek Barracuda, да? 45-140 грамм. Всего пятак стоит, да? 26 уровень. Бонусов нет. Чувствительность, кстати. Так, Barracuda. Новая серия джерковых удилищ производства всемирно известной компании Heaven Creek. Эта компания знаменита не только как один из старейших производителей рыболовного снаряжения спиннинга. Heaven Creek является воплощением уникальных технологий и оригинальных инженерных идей. Бланки Barracuda JB изготовлены на основе уникальной технологии VAMOC, одна из особенностей которой заключается в применении углеволокна различной модульности. Благодаря чему удилища этой серии обладают очень высоким запасом прочности и чрезвычайно устойчивы к рывковым нагрузкам. Они отлично подойдут для ловли крупного окуня и трофейной щуки. Блин, это все, конечно, друзья, хорошо. Но бонусов никаких, да? Так, а стоит ли переплачивать за бонусы 15 тысяч? Блин, интересное кино. Ну и вот возможность передать другому игроку только при покупке за золотые монеты. То есть потом уже получается никак не разыграть, да, все это дело. Стоит 110 монет, у меня всего 36. Так, в общем, знаете что, друзья? Все-таки бонус плюс 2 к оснастке, это очень даже хорошо. Ладно, что, возьму, наверное, ее. Эх, 20 тысяч серебряных монет. Так, хорошо, значит, мы взяли ее. У нас получается... что у нас получается? 88 килограмм прочности. Экстра тяжелая, быстрый. Так, ну давайте попробуем собрать. Так, где-то у нас. Вот он, да. Так, катушечка. Не, ну стилхэт я ставить туда не буду. Давайте снимем. Нет, не Севера, не Зейман Классик. А тут у меня помощнее есть. 27,5 это Rocket Jet. Так, ставим Rocket Jet. Леска. 15 килограмм.
9, 33 килограмма. Блин, друзья, надо тоже будет, наверное, прикупать. А нет, хотя вот, смотрите, есть 45 на 40 килограмм, 349 метров. Так, если ее поставить, у нас получится 159 метров запаса, да? Так, ну поводок. Я бы, конечно, поставил вообще поводок сталь. Килограмм на 40 мы поставим на 30. Так, и что у нас по приманочкам? Жерков у меня нету, да? Так, ну хорошо, давайте глянем, на что щучка идет. Так, недельная. Щука обыкновенная. Смотрите-ка, вся на Ладоге буквально. Так, и это у нас в основном Creeper Jerk S12-005. Сейчас глянем. Так, приманки, джерки, да? У нас от 40. Так, ну вот этих вот можно взять. Так, что у нас? Power Jerk, серия тяжелых безлопастных воблеров для рыбковой проводки. Относится к классу джеркбейта. При ловле приманками этого класса рекомендуется использовать специальное удилище бейткастинговые катушки. Применяется для ловли трофейного хищника. Так, эту, значит, серию мы все взяли. 11 джерк. Дальше у нас идет 70-граммовые. Так, серия тяжелых безлопастных воблеров для рыбковой также проводки. Относится к классу джекбейтов. При ловле приманками этого класса рекомендуется использовать, ну, все то же самое, да, применяется для ловли трофейного хищника. 13-й. Возьму сразу, чтобы потом не бегать. Так, 13-я серия. Вот эта серия, значит, нам синий джекел не подходит. 95, смотрите-ка. Грамм Heaven Creek. Серия крупных джекбейтов производства компании Heaven Creek. Эти по-настоящему большие приманки отличаются эффективной игрой при ритмичной рывковой с непродолжительными паузами проводки. Джекел в состоянии распугать всю мелочь, но крайне привлекательный для крупной щуки. Да. Так, это у нас было 20 S, да? Так, дальше у нас 19 не идет, 21 тоже не подходит, 50-граммовые. Так, Flying Long, серия джекбейтов от известного производителя спиннинговых приманок компании Joy Fisherman. Серия Flying Long от Flying Long относится к типу медленно тонущих приманок и обладает своеобразной провоцирующей крупную хищную рыбу игрой. Эти длиннотелые невероятно уловистые приманки идеально подойдут для ловли щуки и окуня. Блин, дорогие, 49 рублей. Так, мы тоже берем их. Лонги, да? 14S. Так, 36 нам уже не подходит. Creeper Jerk S10. Ну, жерех, судак, сом, да?
Блин, сколько их в линейке-то. Так, S10. Дальше у нас идет 58 Reaper Jack F12. Также вот предназначен для ловли щуки, судака, жереха, сама, да. Так, F12, значит, я взял. И остались вот эти две. Той Fisherman Reaper Jack S12 и Long 17. Этот уже не подходит. Так, значит, S12 взяли и возьмем Fisherman тоже. Серия типа медленно тонущих приманок обладает своеобразной провоцирующей хищную рыбу игрой. Эти длиннотелые невероятно уловистые приманки идеально подойдут для ловли окуня и щучки. Самые дорогие получаются, да? Почему беру все? Потому что мало ли что. Все равно они пригодятся. Так, ну, в принципе, все. Так, что это у нас? Троит обратно все. Собрал, наконец-то, я себе джерк. Сейчас, наверное, попробую потестить. Блин, чё? Что не так? Что за тормоза? Так. Даже интересно. Так, какой будем пробовать? Я так думаю, они все внизу. Нет, не обязательно. Выберите. Так, куда же вы у нас все упали? Рэнки, Инноу. Так, что-то я не понял. А куда у нас делись джерки все? Два грамма, 5-граммовые, 6, 7, 9, 5. Блин, они друг на друга похожи. А, я их не могу поставить, что-то я немножко, друзья, закупил, да? Так, что касается навыков. От использования оснастки с джеркбейтом качаем. Технику, да, и качаем ловля джерковым удилищем. Так, все прокачали. А, они, наверное, в самом низу, по идее, должны быть, да? Нет, не обязательно. Рэнки, так, 19, 17, 18, 14. Так, что-то я уже переживать начал. А куда все джерки-то делись? Так, подождите.
Не понял. Инвентарь. Удилище приманки. Так, воблеры. Автоперы. Так вот они, все вроде как нормально. А в чем дело? Так, что-то я вообще не догоняю. Что за дела? Да я понимаю, что снаг не собрано. Что это такое? Добавить в избранные параметры. Ну затупил, конечно же. Идиот. Идиотус обычнус. Ну ничего страшного. Ну так вот, значит, что, какой будем для начала пробовать? Так. Это 8 грамм. Так, ну что-то это игра, да, у меня так жестко лагает. Так. Скорость 30 поставлю. Крит на 17. Да, летит так-то довольно далеко. Вот пошло рыскание. Так сказать, проверить надо, как себя будет вести это все дело. Ну, в принципе, мне нравится. Я тут, по идее, тоже ключка есть на пристани. Может быть, даже что-нибудь поймаем. Да, улетело, конечно, джерк далековато. Так, сейчас надо будет думать, где же попробовать порыбачить на все это дело. Но это уже будет, друзья, какой-то из следующих серий. Буду пробовать на джерки ловить. Допустим, у нас здесь можно возле гаражей половить. А можно на, в принципе, половить на 110-110 половить. Можно возле, да вообще вот по ямкам прокатиться. Ну, это я имею в виду про волхов. Также у нас получается, где нас троги, можно неплохо попытаться половить щучку. Острог куори.
помните, да, там это заводь. Потом, так, на Ладоге обязательно там, как оно, секретное, не секретное место. Ну, в общем, там тоже, там и возле маяка можно половить, в камышах можно попробовать. Так, будем, конечно, пробовать, но, друзья, это будет не сегодня, а в ближайших сериях. В принципе, меня устраивает очень даже интересная снасть. Надеюсь, с тестом мы не прогадали, что взяли от 40. Блин, улетает так-то довольно действительно далеко. Вы гляньте. При такой скорости смотать. Чтобы смотать, это тоже надо стоять довольно-таки долго. Но я закинул на всю, получается. Ну, в принципе-то все нормально. Летит далеко, рыскание есть, жесткость, плескость позволяет. В принципе, покупкой пока доволен. Надо будет смотреть, разлавливать все это дело. Так, ну в общем, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Андрюха. До новых встреч. Пока.